Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Хай7, и сегодня мы с вами поиграем в игру Fallout Shelter. Она вышла недавно. Новая. И мы рассмотрим по ней все азы и все, что нужно знать о ней. Для начала, в первом уроке мы рассмотрим, откуда берутся люди, как их получить и как их послать на работу. Так, на первых левелах, как вы только запустите игру, к вам придут 16 человек вот с этого входа. Они придут не сразу, но больше 16 человек не будут идти. Что же делать дальше? Есть два способа, чтобы сделать людей. Для начала это этот процесс спаривания. Вы переносите игрока, мужичка мужского пола и бабу, короче. И, короче, через некоторое время они пойдут в эту комнатку там быстренько, сделают дела и выйдут. Беременными они ходят где-то часа три. После еще также дети растут часа три. Второй же способ — это поставить радиостудию. В радиостудии люди ловят людей на улице, и они прибегают к вам. Но для радиостудии нужно, ну, немало человек. Ну как, немного, но и немало человек вам. Новые постройки открываются в игре по вашему количеству людей. К примеру, вот, если пролистать конец, на 80 человек мне откроется... Водичку там можно будет делать. Ну, какого у нас на 100 человек? Ну, короче, еще не скоро мне. Так, давайте поговорим о работах. Когда к вам человек приходит, он вот в этом месте стоит и просто ждет. Вам же надо взять этого человека и перенести куда надо. Мы видим его статистику. С1, А2. Но на водичке у него, ну, большой... Вот давайте посмотрим на нее. Мы видим то, что у нее большие статы у водички, ну, больше всех. Так что ее лучше носить к водоснабжению. И она там будет больше вам приносить доходу. Давайте с вами еще поговорим о буковках. Видите, тут special. Это. И каждая буква расшифруется по-своему. Ну, я точное название не знаю, но буду говорить по-своему, вы поймете. S — это электроэнергия, вот в этом корпусе электроэнергии вы сюда переносите. Так, ой, не туда нажал. Так, П — это вода. Да ё-моё, опять сюда зачем-то. Так, Е не знаю, это вроде как относится к складу. Вы можете перенести на склад людей. Ну, я не знаю, смысл в этом. Так, С это радиостудия, это харизма, вот. Вы либо в комнату отдыха, либо на радиостудию их переносите. Так, еще тут что есть у нас? Еще есть Ай. Ай это... И, точнее, это клиника. Врачи, медики. Интеллект это... Так, А это еда, кухня, а Л это удача. Их лучше отправлять на походы, на рейды, об этом чуть-чуть пойдет речь позже. Они увеличивают, ну, шанс нахождения крутых вещей. Также в игре присутствуют различные виды тренажерных залов. Они для каждого класса. Когда мы, если мы тапнем по одному из них, мы увидим, тут на ловку, ой, на это... Везение, L. Тут на E, тут на I, тут на P, тут на A, тут на S. И если вы хотите прокачать персонажа, вы его несете в эту комнатку. Чтобы узнать, сколько ему еще осталось тренироваться, вы наводите и видите. Тут ей 5 часов, ему 2. Так, только вот не знаю, зачем я его поменял это на интеллект. Ему интеллект не нужен. Ему... Так, столовочка нужна. Так, АА это... Да, ё-моё, игрушечка, кстати, лагает, хочу вас огорчить.
Ну, не сильно. При записи чуть-чуть, а так более-менее. Но если долго в нее задросить, то будет, ну, нормальненько так подлагивать. Так, сколько мы снимаем? Давайте посмотрим. 5 минут, ну это немного. Давай о выходе людей наружу. Или лучше нет. Сначала я вам расскажу о постройках. Точнее, как строить. К примеру, о, давайте построим с вами. Мне нужна еще одна клиника. Так, вот клиника. Медбэй. Нажимаем на нее. Build. И выбираем место, где мы хотим построить. Вот. Так, когда у нас заканчивается этаж, мы можем построить лифт. Он находится самым первым. Вот. Строим лифт. И тут камушки надо ломать. С каждым уровнем цена камушка увеличится на 25 крышек. Крышки зарабатываются очень легким способом. У вас у всех этих персонажей будет вырастать... Так, подождите. У вас у всех персонажей будет вырастать уровень. И за уровень вам дают крышки. К примеру, чел апнул 40 уровень, вам дали 40 крышек. И представляете, 70 человек так 40 апнули, и получается достаточно приличная сумма. Также в игре присутствуют ачивки. Их много, они каждый раз меняются. Давай эту сменим. Так. Так, нам надо сделать 4 ребенка. Ну ладно, там у меня вот 3 уже готовятся. Скоро будут. 4 ребеночка. Так, давайте о выходах наружу, о походах. Заодно сейчас своего вытащу, где он. Ты где прячешься? Сейчас его можно найти тут, по его статам. Он на удачу у меня прокачан специально для походов. Так, вот он. Наш человечек. Хотя лучше, смотрите, у нас на... больше. Вот эта баба, она на 50 уровне. Ее выгоднее кидать. Так, надо ее потом прокачать будет. Ну, у нее одежда прокачивается. Также в игре присутствует оружие, одежда. Для этого мы и высылаем их. Потому что они нам приносят оружие, одежду и все, что нам нужно для выживания. Даем ей радианты и стимпаки. Так, у нее есть оружие хорошее. Ну, нормальное, не шик, но сойдет. И высылаем ее, пусть она бежит. Так, вон она, мы видим, бежит уже. Так, также вам надо активно покупать и улучшать комнаты с этим, со складом, потому что в них вам будут приносить лут, все оружие. Вот, мы видим, у меня есть оружие. Можно, кстати, сейчас одновременно плохие продать. Так, какие вот револьверы. 302 пистол можно тоже продать. И вот это. Так, и также есть броня. Так, о, ачивку мне дали, хорошо. Так, ну броню я не вижу смысла выкидывать. Она мне нужна. Так, сейчас вот как раз у меня тут броня появилась, которая мне нужна. Вот. Так, вот она. И сразу же ему дадим оружие. А то без оружия ходит. Так, и ему надо, а то что-то не слежу, то что не без оружия. Обязательно всем оружие вам надо давать. Так, ты чего у меня тут прохлаждаешься, а? Вот этого бомжа надо убрать отсюда. Хотя он больше бомж, ну ладно. Давай, меняйся. Так. Ну ладно, дорогие друзья. На этом гайд... Первая часть гайда закончена. Если я подумаю, найду что-то новое о игре, я сразу же сниму гайд. Часть 2. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, зовите друзей. До новых встреч.